Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Марина, это мой канал «Марина и орхидеи». Хочу представить вам цветение моего фаленопсиса, которое называется «Смарт». Это его первое домашнее цветение. Он расцвел как маленький огонек, желтый и с красной окантовкой. Размеры его небольшие, 3-3,5 см. Компактная розетка. Этот фаленопсис ароматный. Он был получен мною в июне этого года. Это его первое домашнее цветение. Продавцом было представлено несколько вариантов цветения. Красный. Я видела, что такой вариант был у девочек на ютубе. У меня же то, что во втором варианте. То, что нравится очень многим. И то, за что был куплен этот фаленопсис многими. Желтый с красной окантовкой. Также в этом году, этим летом, мною были получены другие фаленопсисы. Всеми любимый дикий персик. Очень много крапушек, света ему хватило. Он у меня набрал 2 бутона, расцвел и решил дорастить свой цветонос. Многие жаловались на отсутствие крапинок. Моего дикого персика крапинок предостаточно. Будем теперь ждать зимнего цветения или весеннего, когда оно наступит. Этот благодарный цветочек выпустил мне еще 2 бутона, которые будут распускаться. Но я боюсь, что первые 2 цветочка завянут. Очень похоже на револьверное цветение. Растение у меня еще небольшое. Это его первое домашнее цветение. Но я надеюсь, что он окрепнет, подрастет, нарастит корневую массу и расцветет уже большим пышным букетом. И это пример его цветения, предоставленный продавцом. Все совпало. Я очень довольна. Следующий фаленопсис, который я хочу вам представить, это фаленопсис Санта-Клаус. Это беглип насыщенного цвета с большой белой губой. Размер его цветочков 7-8 сантиметров. Лепестки загнуты назад, а губа как бы улыбается. Меня очень удивил и порадовал этот беглип, когда начал расти цветонос, а потом делиться, на бутончики. Я увидела, что меня ожидает грандиозное цветение. Так и получилось. В итоге я получила более 20 цветочков. Это настоящий букет, который меня радует, но уже, к сожалению, начал отцветать. Отцвел первый цветочек. Я надеюсь, что он еще постоит и порадует меня. Могу сказать, что цветение моего беглипа полностью совпало с вариантом цветения от продавца, чему я несказанно рада. Это очень красивый цветок. Конечно, я его рекомендую к покупке. В завершение своего видеоролика хочу рассказать о 4-м фаленопсисе, который появился у меня этим летом. Это Мона Лиза. Она расцвела немножко по-другому. Ее цветение отличается от заявленного, отличается от фотографии, которая была представлена продавцом. Она не такая яркая, не такая насыщенная. И размер у нее не 10 сантиметров. Цветок на крепкие 9 сантиметров. Ну, конечно, можно все это списать на то, что это первое цветение. Да, возможно, это так и есть. Будем ждать ее следующего цветения, чтобы наросла розетка, чтобы было побольше корней. Ну, это великолепная красавица. Зачетные 5 баллов. Это отличный цветок и как вариант цветения. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. С вами была Марина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока.